Привет. Okay. You work here? Twin Special, yes? Yes, a week. And who are you, driver? Yes. Driver? Yes. Водитель компании Twin Special знает Россию, да? Russia, good? Да. Россия, Россия, Москва. Good, yes? Yes. Yes. Дорогие друзья, находимся на фабрике Twins. Вот так выглядит снаружи. Вот давайте пройдем вовнутрь, посмотрим еще. Вот так выглядит изнутри. Твинс, он же основатель бренда King. Вот обязательно такие домики для добрых духов ставят тайцы около своих домов, заводов. И вот так вот выглядит изнутри двор общий. И тайцы там отшивают свою экипировку, которая притом потом расходится по всему миру. В нечеловеческих условиях очень большая влажность, очень большая температура. Вот так вот работают тайцы, чтобы вы потом тренировались и получали награды. Работа идет под музыку. Окей, окей. Ребята не хотят, чтобы мы снимали на камеру, соответственно. Это мистер Ти. Мистер Ти — это представитель международного уровня. Решает вопросы на международном уровне. Англоязычный человек. Ну все, идем на фабрику. Привет, как она? Вот такая вот экипировка Twins. Видите, ребята? Жалко, нет у них русского флага. Ну, русский флаг. А, вот есть. Это под наши. Мы нарисовали, да, они, видите, как и под себя сделали. Молодцы. Ой, это основатель, наверное, компании Twins. А, основатель компании, да, владелец, наверное. А, мы его только что видели. Да? Да. Ну, он же нас встречал только. Вот такой кабинет, в общем, компании Twins. Я приехал подписывать договор. Несите мне быстро договор эксклюзивного сотрудничества с компанией Octagon Show и компанией Twins. Мистер Нарун. Это основатель компании Twins. Я ставлю свою подпись на сертификат соответствия качества, авторизированный дилер.